застосовувати проти позиційних атак Говерли. Маркус Уокер з середньої дистанції Чи будуть загравати Брайана Гріна? Зонний захист, 10 секунд. Уокер на швидкості, обходить він Дроздова, розриває дистанцію. Обидві команди демонструють хороше влучання з лінії штрафних. 7 з 9 у Говерли. Брайан Грін у кутку майданчика вже Уокер, проходить в лицеву, пас на Лемека. І два з фолом рахують арбір. І вже потрібно звернути увагу італійському наставнику маріупольців на те, що у одного з його лідок влучає Деніел Юінг. Маркус Уокер. Ендван у Маркуса Уокера з фолом на ньому. Видим комбинированную форму защиты применяют Гаверляне, она приносит успех. И Уокер забивает два с фолом. Свонсон. Против него сдваивание. Свонсон помог себе, кажется, ногой, хотя нет, наверное. Уокер! Трячь. Почему-то решает защищаться агрессивно. Значит, вынуждает Уокера идти в гущу. Герасимчук, его дальний бросок и 3 очка Виктора Герасимчука. Это мимо, это почти эйрбол. Разгоняет Уокер. Здорово! 16-31. Дальняя попытка Маркуса. Еще. Лемек. 2 очка из-под кольца. Первый. Как бы в этой ситуации нужно больше поддерживать команду. Гнать ее вперед. Уокер! У Фера в этом сезоне. Да и когда вообще последний раз Фера на своем паркете испытывал такое? Не вспомним. Уокер. Дальняя попытка. И 3 очка. Ну это совсем логично. Совсем логично. В таком темпе нужно усилить темп. Или усилить защиту. Стефанишина. Уокер у проході над Стенлі Прінглсом. 2 очки. Швидкий Маркус Уокер. Герасимчука. Уокер. 4 секунди. Уокер йде в прохід. І чергові 2 очки від Маркуса. Уокер проти Девіда Тіга. Просить за спину. Він Олександра Оснича. Розганяється Маркус Уокер. І хороший кидок над Володимиром. Вого. Дубнюк тим часом вийшов на паркет. Перехоплення у франківців. Відправляє Олександр Оснич Маркуса Уокера. Уокер заносить ще 2 очки. Свонсон. Уокер. Триочкова спроба. Влучає Маркус Уокер дальній. 11 очок переваги Азоту. Маркус Уокер. 2 очки під руками. Уокер. Провалюють гру сьогодні. Кевін Кікс. Лемек. Уговерли. А одним Маркусом Уокером ситий не будеш. Власне, Маркус один і Уокер. Обходить він Прінгла за середньої дистанції. Маркус Уокер знову влучно. Двати Маркуса Уокера не дають йому простору. Але проходить Маркус Уокер. І заносить 2 очка між Маріо Літлом. Уокер на Герасимчука. Маркус Уокер. Обходить він Прінгла. І 2 очки від Маркуса Уокера. Достатньо серйозний м'яч, но продавив своїх візаві Кінг. И какая! Ровно 50% командного баланса. Маркус Уокер. Основной разыгрывающий команды. На данный момент бросает через руку. Второй такой, по мнению арбитров. Поэтому все чисто и засчитан бросок Евгения Анненкова. Еще один игрок, который сегодня в ударе. Сваливается мяч. Не. Маркус Уокер. Еще один бросок. И снова точно. Быстрая атака Говерлы. Я думаю, что нужно брать тайм-аут. Ой, обрезка. И один Денис Кошев против двух соперников. Ох, красивый эпизод. Уокер против двух. Идет под кольцо, забивает сам. Определенного уровня. И неудивительно, что фактически одно из ключевых мест украинских. Диалиситы спешили вернуться в защиту. Сергей Коваль против Маркуса Уокера. Вот, собственно, против него и выпустил его. Выпустил Сергея Олег Юшкин. Тем не менее, пора Диалиситы. Брайан Грин снова один бежит. Скидка на Уокера. Скидка на Брайана Грина. Полуфинале. Второй полуфинал, как вы знаете, Одесса Феро. Я думаю, и там баскетбол будет наивысшего качества. Физическая манера броска у Итутавичуса. Маркус Уокер своего добивается. Трех от него, два. Ну, здесь же играют у нас две команды, которые уже в плей-офф, по сути дела. Маркус Уокер, два со средней дистанции для атаки.
Накрыл Маркуса Уокера все-таки. Маркус Уокер. Ну и Маркус Уокер получает передачу. Был шанс у Сизова забросить. Здесь уже 40 секунд остается. И понятное дело, как бы Говерло не спешит.